Исследование агломерационного цеха Бугаев Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, спасибо. Спасибо. Да. Оставайтесь, фотографируйте на память. Сертификатом на сумму 20 тысяч гривен за третье место в номинации «Лучшее структурное подразделение» награждается исполняющий обязанности начальника обжимного цеха Латинков Александр Николаевич. Сертификатом на сумму 40 тысяч гривен за второе место в номинации «Лучшее структурное подразделение» награждается начальник цеха ремонта прокатного оборудования Татаренко Дмитрий Григорьевич. Дмитрий Григорьевич, спасибо. Спасибо. Второй квартал подряд по памяти, да? Нет. Значит, перепутал, где-то еще отметились. Спасибо. Сертификатом на сумму 60 тысяч гривен за первое место в номинации «Лучшее структурное подразделение» награждается начальник цеха горячей прокатки тонкого листа Мацко Сергей Владимирович. Спасибо, поздравляю. Давайте фото на память все вместе.